14 октября отмечается официальный день рождения Винни-Пуха. Это дата, когда вышло в свет печатное издание одноименной книги, которую написал британский драматург, прозаик и поэт Алан Милн. Было это 14 октября 1926 года. Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает поближе познакомиться с очаровательным мишкой Винни-Пухом и послушать главу из книги «Винни-Пух и все-все-все». Винни-Пух в качестве персонажа детских сказок появился совершенно случайно. Алан Милн презентовал своему сыну Кристоферу Робину на его день рождения игрушку в виде плюшевого медведя. Совсем маленький мальчик не сразу присвоил ему известное всем имя. Первая часть прозвища игрушки появилась благодаря сильному впечатлению, которое на Кристофера произвела медведица Винни-Пик из зоопарка в Лондоне. Вторая часть досталась игрушечному другу от соседского лебедя, которого звали Пух. На тот момент у мальчика уже были и остальные персонажи известной сказки. Писатель просто наблюдал за полетом фантазии своего сына, когда он играл со своими плюшевыми друзьями, и записывал увиденное и услышанное им. Так что основную идею и сюжет полюбившихся всем приключений Винни-Пуха драматург позаимствовал из увлекательных детских игр Кристофера Робина. В нашей стране истории Винни-Пухи появились благодаря писателю Борису Заходеру. Он перевел, а точнее сказать, пересказал произведение Милна, добавив в советской версии сказочного персонажа нотки русской души. По произведению Заходера «Винни-Пух и все-все-все» на киностудии «Союзмультфильм» был снят российский мультфильм. За визуальное представление «Косолапого медведя» нужно отдать должное художникам, перерисовавшим его с Евгения Леонова, который и озвучивал главного героя. Приключения Винни-Пуха стали любимым чтением многих поколений детей. Они переведены на 25 языков, в том числе на латынь, изданы десятками миллионов экземпляров. Предлагаем послушать одну из глав замечательного произведения Алана Милна. Глава третья, в которой Пух и Пятачок отправились на охоту и чуть-чуть не поймали Буку. Лучший друг Винни-Пуха, крошечный поросенок, которого звали Пятачок, жил в большом-пребольшом доме, в большом-пребольшом дереве. Дерево стояло в самой середине леса, дом был в самой середине дерева, а Пятачок жил в самом середине дома. А рядом с домом стоял столбик, на котором была прибита поломанная доска с надписью, и тот, кто умел немножко читать, мог прочесть «Посторонним В». А больше никто ничего не мог прочесть, даже тот, кто умел читать совсем хорошо. Как-то Кристофер Робин спросил у Пятачка, что тут на доске написано. Пятачок сразу же сказал, что тут написано имя его дедушки и что это доска с надписью «Их фамильная реликвия», то есть семейная драгоценность. Кристофер Робин сказал, что не может быть такого имени, посторонним В. А Пятачок ответил, что нет, может. Нет, может, потому что же дедушку так звали. И В – это просто сокращение, а полностью дедушку звали посторонним Вилли. А это тоже сокращение имени Вильям Посторонним. «У дедушки было два имени», – пояснил он специально на тот случай, если он одно где-нибудь потеряет. «Подумаешь, у меня тоже два имени», – сказал Кристофер Робин. «Ну вот что я говорил, значит, я прав», – сказал Пятачок. Был чудесный зимний день. Пятачок, разметавший снег у дверей своего дома, поднял голову и увидел никого иного, как Винни-Пуха. Пух медленно шел куда-то, внимательно глядя себе под ноги, и так глубоко задумался, что когда Пятачок окликнул его, он не подумал остановиться. «Эй, Пух!» – закричал Пятачок. «Здорово, Пух! Ты что там делаешь?» «Охочусь!» – сказал Пух. «Охотишься? На кого?» «Выслеживаю кого-то!» – таинственно ответил Пух. Пятачок подошел к нему поближе. «Выслеживаешь? Кого?» «Вот как раз об этом я все время сам себя спрашиваю», – сказал Пух. «В этом весь вопрос. Кто это?» «А как ты думаешь, что ты ответишь на этот вопрос?» «Придется подождать, пока я с ним встречусь», – сказал Винни-Пух. «Погляди-ка сюда». Он показал на снег прямо перед собой. «Что ты тут видишь?» «Следы», – сказал Пятачок. «Отпечатки лап». Пятачок даже взвизгнул от волнения. «Ой, Пух, ты думаешь... Это страшный Бука?» «Может быть», — сказал Пух. «И иногда как будто он, а иногда как будто и не он. По следам разве угадаешь?» Он замолчал и решительно зашагал вперед по следу, а Пятачок, помедлив минутку-другую, побежал за ним. Внезапно Винни-Пух остановился и нагнулся к земле. «В чем дело?» — спросил Пятачок. «Очень странная вещь», — сказал медвежонок.
Теперь тут, кажется, стало два зверя. Вот к этому, неизвестно кому, подошел другой, неизвестно кто. И они теперь гуляют вдвоем. Знаешь чего, Пятачок? Может быть, ты подойдешь со мной, а то вдруг это окажутся злые звери. Пятачок мужественно почесал за ухом и сказал, что до пятницы он совершенно свободен и с большим удовольствием пойдет с Пухом, в особенности, если там настоящий Бука. «Ты хочешь сказать, если там два настоящих Буки?» – уточнил Винни-Пух, а Пятачок сказал, что это все равно, ведь до пятницы ему совершенно нечего делать. И они пошли дальше вместе. Следы шли вокруг маленькой ольховой рощицы, и значит, два Буки, если это были они, тоже шли вокруг рощицы. И понятно, Пух и Пятачок тоже шли вокруг рощицы. По пути Пятачок рассказывал Винни-Пуху интересные истории из жизни своего дедушки, посторонним В. Например, как этот дедушка лечился от ревматизма после охоты, и как он на склоне лет начал страдать одышкой, и всякие другие занятные вещи. А Пух все думал, как же этот дедушка выглядит. И ему пришло в голову, что вдруг они сейчас охотятся как раз на двух дедушек. И интересно, если они поймают этих дедушек, можно ли будет взять хоть одного домой и держать его у себя? И что, интересно, скажет по этому поводу Кристофер Робин? А следы все шли и шли перед ними. Вдруг Винни-Пух снова остановился, как вкопанный. «Смотри!» – закричал он шепотом и показал на снег. «Куда?» – тоже шепотом закричал Пятачок и подскочил от страха. Но чтобы показать, что он подскочил не от страха, а просто так, он тут же подпрыгнул еще разика два, как будто ему просто захотелось попрыгать. «Следы!» – сказал Пух. Появился третий зверь. «Пух!» – взвизгнул Пятачок. «Ты думаешь, это еще один Бука?» «Нет, не думаю», – сказал Пух. «Потому что следы совсем другие. Это может быть два Буки, а один, скажем, Бяка. Или же наоборот, два Бяки, а один, скажем, Бука. Надо идти за ними, ничего не поделаешь». И они пошли дальше, начиная немного волноваться, потому что ведь эти три неизвестных зверя могли оказаться очень страшными зверями. И Пятачку ужасно хотелось, чтобы его милый дедушка посторонним В был сейчас тут, а не где-то в неизвестном месте. А Пух думал о том, как было бы хорошо, если бы они вдруг совсем-совсем случайно встретили Кристофера Робина. Конечно, просто потому, что он, Пух, так любит Кристофера Робина. И тут совершенно неожиданно Пух остановился в третий раз и облизал кончик своего носа, потому что ему вдруг стало страшно жарко. Перед ним были следы четырех зверей. «Гляди, гляди, Пятачок, видишь? Стало три Буки и один Бяка. Еще один Бука прибавился». Да, по-видимому, так и было. Следы, правда, немного путались и перекрещивались друг с другом, но совершенно несомненно это были следы четырех комплектов лап. «Знаешь что?» – сказал Пятачок, в свою очередь облизав кончик носа и убедившись, что это очень мало помогает. «Знаешь что? По-моему, я что-то вспомнил. Да-да, я вспомнил об одном деле, которое я забыл сделать вчера, а завтра уже не успею. В общем, мне нужно поскорее пойти домой и сделать это дело». «Давай сделаем это после обеда», – сказал Пух. «Я тебе помогу». «Да понимаешь, это не такое дело, которое можно сделать после обеда», – поскорее сказал Пятачок. «Это такое специальное утреннее дело. Его обязательно надо сделать утром. Лучше всего часов в... Который час ты говорил?» «Часов 12», – сказал Пух, посмотрев на солнце. «Вот-вот, как ты сам сказал, часов 12. Точнее, от 12 до 5 минут первого. Так что ты уж на меня не обижайся. А я... «Ой, мама, кто там?» Пух посмотрел на небо, а потом, снова услышав чей-то свист, взглянул на большой дуб и увидел кого-то на ветке. «Да это же Кристофер Робин!» – сказал он. «А, ну тогда все в порядке!» – сказал Пятачок. «С ним тебя никто не тронет! До свидания!» И он побежал домой, что было духу, ужасно довольный тем, что скоро окажется в полной безопасности. Кристофер Робин не спеша слез с дерева. «Глупенький мой Мишка!» – сказал он. «Чем это ты там занимаешься? Я смотрю, сначала ты один обошел два раза вокруг этой рощицы, потом Пятачок побежал за тобой, и вы стали ходить вдвоем. Сейчас, по-моему, вы собирались обойти ее в четвертый раз, по своим же собственным следам». «Минутку», – сказал Пух, подняв лапу. Он присел на корточки и задумался, глубоко-глубоко. Потом он приложил свою лапу к одному следу, потом он два раза почесал за ухом и поднялся. «Да, – сказал он, – теперь я понял, – добавил он, –
«Я даже не знал, что я такой глупый простофиля», – сказал Винни-Пух. «Я самый бестолковый медвежонок на свете». «Что ты? Ты самый лучший медвежонок на свете!» – утешил его Кристофер Робин. «Правда?» – спросил Пух. Он заметно утешился. И вдруг он совсем просиял. «Что ни говори, а уже пора обедать!» – сказал он. И он пошел домой обедать. А что было дальше с Винни-Пухом и его друзьями, вы узнаете, прочитав книгу Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». Приятного прочтения!